В авиагородке вечером среды сбит машиной 13-летний подросток, который вместе с приятелем перебегал оживленное Матвеевское шоссе в неположенном месте. ДТП произошло метрах в 70 от остановки Дом ветеранов. Травмировала несовершеннолетнего нарушителя хозяйка Toyota Auris. 57-летняя жительница Матвеевки ехала домой. По ее словам, скорость машины была в пределах 40 км в час. Автомобиль двигался по первому ряду, подростки бежали через проезжую часть от дальней для водителя обочины. Женщина говорила, что за мгновение до удара боковым зрением увидела слева мелькнувшие силуэты. Она бросила машину к бордюру, но один из школьников все же налетел на иномарку. Разбив фару, ребенок ударился о лобовое стекло. При поступлении в больницу у пострадавшего обнаружена черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, многочисленные ссадины. Госпитализировать жителя Тополева не стали. На место ДТП полицейские пригласили его мать представлять интересы сына. Женщина сказала, что не удивлена претензиями автоинспекторов. По ее словам, Дима таким образом развлекается. Ей рассказывали, что он специально бегает на красный свет в поисках адреналина. С этим опасным увлечением шестиклассника мать якобы ничего сделать не может. Автолюбительница была трезва и предъявила полицейским все необходимые документы. С места происшествия Юлия Рябцева и Леонид Булдыгеров.